Эх, так, микрофон работает. Ну, слава богу. Аллилуйя. Ну что, всем трем. И до доброго времени суток, это канал. Леди Дмитрий. Или ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк. Напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, мне приятно, мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, в это и так все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. И мы, собственно говоря, продолжаем сабнавтику, которую, честно говоря, уже хрен знает сколько времени прошло с последнего запуска. Будем честны, довольно много. Это уберись ты. Так, как тут забыл? Все не по-людски здесь, а через таб, через еще что-то. Ужас, блин, кошмар. Надо привыкать, особенно после конна. Так, что мы здесь делали? Кто помнит? Я не помню. Я помню, что вроде бы я что-то нашел, что-то хотел, что-то, баз данных есть, голосовой журнал. Так, ну, чертежи, жи-жи-жи. Где? Кто? Кто один? А, скелет архитектора. Угу. Так, ну ладно. Так, так. Нам нужна одна внешняя грядка. Правильно? Правильно. Что? Так, внешняя, я сказал, грядка. Два титана. Так. Резьба. Нам нужна одна внешняя грядка, чтобы грибы посадить. Зачем нам сажать грибы? Да фиг его знает, на самом деле, я не помню. Так. По-моему, я в прошлый раз хотел что-то сделать без записи, но в итоге, по-моему, видимо, этого не сделал. Да и фиг с ним. Не сделал. Так. Давайте вспоминать, что тут у нас, где тут у нас, куда. А, вот так, да? Да, вот так поставим, фиксно. А, ровности все эти. Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Прекрасно. Бум. Бум. Тоже по два, да? Вот за. Вон чё. Не совсем. Все, окей. Так, с этим разобрались. Молодые хлопковые анемоны растут. Что нам надо? Шо? Нам надо зарядить все эти. Все эти, все вон те. Смешно. Так. Там, ну... Зато ленточник хрен убьешь, блин. Насколько я помню, мы нашли аквариум. Это, во-первых. Во-вторых, был аквариум для этого, для морехода. Плюс, да-да-да, плюс были улучшения, которые я тоже нашел, и которые надо сделать. Да-да-да-да-да. О, идеально. Так. Да ладно, серьезно? Прям настолько хорошо? Ну, в общем, сейчас этим займемся. А, плюс, точно, плюс еще была идея посадки, постановки второй сканбазы там в яме. Да, вспомнил, было такое. Отлично, так, тоже запускаем. Все, понеслась. Замечательно, так, что еще? Здесь у нас где-то еще должен быть один, нет, это убрать. А, да, вон, уж чего-чего, этих анимонов, подожди-ка. Раз, два, три, четыре. А, ну да, правильно, 6. То есть вот так вот мы убираем их все. Чё такое? Отлично. Идеально. Точно. Тут же 6 на 4, да, правильно? Раз, два, три, да, все правильно. Не приглядывался, не задумывался об этом. Так, ладно. Что здесь у нас? Бам-б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 ам. Бам-бам-бам-бам. Угу. То есть нужно еще. А, ну. Ну ладно. Так, сколько здесь осталось нужно? Две штучки. Ладно, забьем. Фиг ты с ним. Так, ладно. С этим разобрались. Ой.
Блин. Одного не хватает. А почему? А как так? Почему ж одного не хватает-то? Так. Это все сюда. Так, базу там мы улучшили ведь, да? По-моему, да. Базу здесь, а в смысле этот, не базу, как его, сканирующую эту комнату. Мы ее улучшили на максимум. Да-да, все правильно. Так, и... А, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где-то я ошибся. Но где, не знаю. Ладно, фиг с ним, ничего страшного. Такс, 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 такс. Ну ладно тогда, пару этих. Такие, а нет, не сюда. Да, вот так сделаем. Может шкаф здесь поставить? Вообще идея неплохая. Кстати, давайте-ка на самом деле поставим здесь шкаф. Что там надо для него? Пять. Шкаф, шкаф. Два кварца, один кварц, два титана. Не туда. Раз, два. Кварц у нас, по-моему, вот здесь. Да. Ну, поставим шкаф, чтобы там сваливать в случае чего, если вдруг что-то лишнее появится. Так, соответственно, куда его приткнуть? Давайте куда-нибудь. Ой. Сударь, вы не охренели? Ну, зашибись. У меня пуз... Ну, ладно, пусть плавает. У меня появилась домашняя зверюшка. Я еще даже аквариум не поставил, и они уже есть. Одинокий шкаф в гигантской комнате. Вот специально для таких вещей. Все. С этим разобрались. Дальше. Дальше. Улучши... Нет, давайте сначала... так. Модуль. Модуль, да. Нет, давайте прочитаем, что у нас здесь. Исследование, геологические данные. Никель и руда. Никель — это пластичный металл средней твердости, широко используемый при создании прочных металлических сплавов. Он имеет применение во всей строительной промышленности. Оценка необходима для высокотехнологичного производства. Это точно. Инопланетные данные. Скелет архитектора. Плотный синтетический скелет, изготовленный из неизвестных инопланетных компонентов. По примерной оценке, материал скелета имеет твердость 10 баллов по шкале Мооса. Он чрезвычайно устойчив к дроблению в связи с невероятной высокоударной прочностью. Вай-вай-вай. Море. Большой хлопковый анемон. Большой хлопковый анемон – крупнейший многоклеточный организм на 45-46b. Сложно пропустить. Этот вид распространяется за счет постоянного испускания напоминающих цветочную пыльцу сперматозоидов из отверстия под действием газообмена. Идите. Это что ж я там в сперме плавал? Жуть какая. Периодически извергается большое яйцо. После оплодотворения яйцо развивается в личинку планулу, которая дрейфует по окружающей местности, пока не укрепится на дне. Оценка: собирает яйца для использования в производстве сложных материалов. Да, у нас там парочка была. И... Так, суша. Древнее декоративное растение. Кстати, да. Древние декоративные растения, молекулярное сканирование указывает на невероятно медленный клеточный метаболизм, что подтверждается углеродным датированием. Клетки растения вовлечены в процесс, называемый трансдифференциацией. Этот процесс меняет состояние клеток и со временем превращает их в новый тип клеток. Благодаря этому процессу растения постоянно заменяют плохой биологический материал, позволяя им потенциально жить невероятно долгое время. Тщательно регулируемая биологическая структура клеток растения и намеренное выставление его среди прочих инопланетных артефактов предполагает, что архитекторы спроектировали и культивировали это растение в каких-то эстетических или культурных целях, о которых можем лишь догадываться. Ну окей. Вот так вот, прочитали. Дальше. Теперь давайте чертежи. Давайте сначала сделаем эту новую комнату для морехода. Где она тут? Вот. Модуль аквариум. Пласталевый слит. Давайте вот так. А что? Не будешь показывать, что там надо? А, вот показывает. Так. Что здесь? А, бензол. Стоп, минуточку, спора цветов. А где она у меня? Подождите-ка. Я ведь притаранил эту штуку, эту молекулу. Был дел, да? А куда я ее дел? Ага. Так что ж ты... А, ну батарейки, да, вытащить имеет. Хотя...
Пара батареек на всякий случай пусть лежит здесь. Секундочку, а куда я эти споры подевал? Я же их... Точно, я добывал их, я помню. И куда я их дел? Куда я их положил? Сюда? Нет. Сюда? Тоже нет. Ауч! Так. Вот тебе будьте нате. Я же точно помню, что я брал эти гигантские плавающие. Ну, вы поняли. Брал. А где они? Если я их брал. Ну, один хрен мы туда опять поплывем, так что ничего страшного. Так, всякие там картинки и так далее пока ставим сюда. Как говорится. В смысле. А, простите, пожалуйста. Да, ну что ты, ядренка-чирышка, наш... Ну, один, ну что ты, не зарабатываешь-то. Так. Единичка. А, это на стену, да? Здесь места нету. Ну да, с той стороны повесим. Где-нибудь вот тут вот, я не знаю. О. Хм. Ну ладно. Пусть висит. Симпатичненько так. А, еще одна. А тебя куда прилепить? А, кстати, вот здесь вылезает. Еще одна попытка. О. Может и ту сюда повесить, а то там как-то в коридоре она. Одиноко висит. Давайте на входе ее повесим. Что с ней не так? На разных цветовых этих уровнях появляется. Так, ладно, с этим разобрались. Медь. Здесь что ли? Да. Медь, никель и магнетит. Где у нас есть место? Так, ну никель, допустим, давайте сюда зафиг... А, давайте все сюда зафигачим. Пока что, да. Пока что так, потом один... Черт, надо будет еще базу перестраивать, естественно. Куда же без этого? Так, так. Значит, два комплекта проводов. Угу, то есть 4 серебра. Не здесь. Раз, два, три, 4. Поехали. Два комплекта проводов. Ось. А ты не помнишь, что пластальный слиток делается? Я не помню. Так, две ямалевые фигни. Так. Две. То есть 4 кварца. Ага. Для начала 4 кварца. Раз, два, три, 4. Так, раз. Что-то там два алмаза, два свинца, по-моему, да? Вроде так. Да, вроде правильно. И пласталевый слиток. По-моему, он делается из титанового и что-то там еще, да? А, титановый слиток, два лития. Ай, два лития. Да ладно, у меня нету. А, стоп, вот же оно. Корнево... Нет, подожди. Разве это оно? Хм, ну может быть. А, два лития. Блин, лития нету. Фак. Да, лития нету. От же ж. Пип. Перепип-пип. Перепип-пип. Че же за литием придется чесать, что ли? А может он здесь найдется где-нибудь, а? После расширения от поисковика, может где-нибудь тут поблизости. Мне, в принципе, много не надо. Так, литий. Ого, есть. Ладно, пошли. Че, так, пешочком, что ли, прогуляемся? Да что. Вот непривычно, конечно, тут. Опа, здрасте. Нифига себе. У меня тут, оказывается, пустой баллон. Так. Подожди. Так, да подожди ты. Так, давайте это сюда.
Понеслась. Так, ну чё, нашел он немножко лития? Ну, да. Немножко нашел. Чем именно, что немножко? Вот нет, вот еще один. Да мне надо действительно несколько штук всего. Главное сейчас ни на какого суперхищника не нарваться. Все-таки неохота теперь на постоянную основу. Блин, ну за литием, конечно, надо сплавать. Прям так целенаправленно. В плане того, что надо раздербанить какой-нибудь этот... Как его называют? Литиевый. Литиевый. Как он называется? Залежи лития, короче говоря. Так, а вот здесь-то... так вон он здесь даже есть. Нифига себе. Удачно. Хорошо. Не так далеко от базы. Кстати, удивительно, да, я хочу сказать. Магнетит, главное, такой в плане поиска, такой гемор, да? А литий, вот вам, пожалуйста. Ну, то есть здесь что-то не шибко далеко, я хочу сказать. Оп. Опять вы? Слушай, чувак, я тебе напоминаю, что ты от морехода подыхаешь. Вот просто напоминаю, знаешь, вот такое маленькое тебе напоминание, что один удар мореходом, и ты подыхаешь. Уймись. Не лезь ко мне. А то на этом прилечу. Как его? На крабе. Приставучий засранцы, а? Так, сколько у меня лития? Давайте десятку хотя бы наберем. Чтоб какой-то запасик был небольшой. Раз, два, три, четыре. Вот как раз пять штук есть. Ну, еще сейчас парочку цапнем. А, ну это мы около... около острова, да. Мы же около острова, да? Ну да. По сути, именно здесь мы и находимся. Да, кстати, то... А, блин, точно вспомнил. Мы же этот в прошлом видео нашли, как эту штуку называют. Ой, для мейда-то эту... Так, это где-то... Нет, это где-то внутри. Для мейда. Чтобы отключить точно-точно, чтобы по сюжету дальше двигаться. Может, стоп, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, четыре штучки. Ладно, идем уж. Решил десятку сделать, сделал. Да, для мейда. И, в принципе, я могу сделать, насколько я помню. По-моему, я... По-моему, да. Три, еще одна. Где? Эй! Алло! Не понял. А, вон он. Ну, что сойдет, ладно. Кстати, я пить хочу. Есть. Ну, отличненько. Ты где там? Ну, не ори, а. Не нарывайся. Фига себе, 1200 метров. Отстань, все равно не догонишь. Дерьмо приставучее. Нет, главное, вот на самом деле, да, хочется сказать, ну куда ты лезешь, блин, ну серьезно, убивается мореходом. То есть, вот, кстати, вообще, как по мне, я уже, ну, может, говорил даже об этом. О, еще один. Альфа-акула, блин. В этой игре все-таки немножко не хватает какого-то, знаете, ну, не знаю, понимания хищников, скажем так, твоего места в этой, как это сказать, системе. Ну просто, как бы, когда такая база и люди тут ведут себя, появляются, что-то делают, рано или поздно вся местная фауна начинает относиться, ну, скажем так, соответственно, относиться ко всему к этому. Ну просто потому что, блин. Seek fluid intake. Просто потому что. Около меня жить-то хочется. Хоть тут. Vital signs stabilizing. Ты чё, мне вдруг температуру вывел? Ой, достал ты со своими орехами, ебу. Где там наша вода, блин? Знаешь что? Тем более она тут готова. Вот это один из важных... А, стоп, нет, это не она не готова. Ну ладно. Ладно, пусть потребляет. От одной сильно плохо не станет. Хотя все равно... Ты удивительно, да? Одна из самых важнейших вещей, по сути...
производство, ну, как очистка воды, должна быть максимально эффективной и максимально, точнее, максимально минимально энергозатратной, блин, а здесь что? Так, нам нужен, раз, два, три, четыре, пять, по-моему, пять штук, да, чтобы пластали, чтобы отслить, господи, как вот там, да, пять. И пласталь. Все, вагончик готов. Текс. Никель. Сюда что ли его засунуть? Давайте. А, пардон, никель. Литий. Текс. Делаются эти вагончики у нас. Да. Вон там. Точнее здесь. В общем, тут. Так, ну и. Это у нас транспорт, а это у нас новый модуль аквариум морехода. Создают. Красавчики, чё? Надеюсь, он не тонет. Ух ты. Ну. Ну, поплыли, чё. Пристыкуем тебя к основной части. Пока не очень. Я уже забыл, честно говоря, что это за хрень. Вроде как написано, что в нем можно что-то разводить и что-то делать. Вообще, насколько я помню из описания, я так понял, что это какая-то ловушка для рыбы, по сути. То есть вот как-то ее ловят, вроде бы. Бам. Так, а давайте-ка мы сейчас вот это вот дело оседлаем немножечко. Welcome aboard, Captain. Вот это... Ты лихо запрыгнул. А как это? Ты так... Нифига себе, это что сейчас было вообще? Да что происходит? Чё это? Что это вообще? Состояние 99. Так лучше? Ой. И вот он, собственно, я. Контейнеры здесь все пустые. А, не совсем, ну ладно. Кстати, надо будет сюда воды закинуть еще. Из этих... Ой, из вододелов. Несколько штук. Да, не забыть. Ну, я забуду, естественно. Так, кстати, а вот здесь... Open here. И... Я не понимаю, а в чем прикол? Ну, то есть это зачем? Так, минуточку. Нет, мне чертежи нужны. Мне техника, транспорт. Вот. Внешние бла-бла-бла. Уловитель данного модуля собирает живых особей из окружающей воды и помещает их безопасным способом. То есть все-таки они ловят народ, да? Как-то. Ну ладно, пусть. Так, ты же энергию не расходуешь, пока так стоишь? Да вроде нет. Ну ладно. Пусть тут пока висит. Зелененький. Так, да, кстати, давайте сразу сделаем. То я потом, ей-богу, забуду. Надо сейчас взять... Сразу взять несколько бутылочек оттуда. Допустим, 4 штуки. Пусть делает пока. Допустим. Раз. Два. Три. Четыре. Конечно, сейчас мы нехило так просядем по энергии. Но зато я точно буду знать, что у меня там есть эта вода, блин. Ей-богу. Я себя знаю. Я опять забыл. Я все время такие вещи забываю. Но пока что он никого не поймал. Хм. Ладно. Так. Раз, два, три, четыре. Все. Вот теперь красиво. Все, ладно. Я думал, прям как гравитационная ловушка будет работать. Но пока что не очень понятно. Правда, и рыба вокруг него особо не плавает. Будем честны. Может, убрать эту ловушку? Что за садизм, ей-богу?
Все, плыть отсюда. Ну, на самом деле, что-то уж как-то... Одно дело, когда у тебя с жатвой проблемы, это да, и держать имеет смысл. А сейчас это уже реально на какой-то садизм смахивает. Так, и у нас еще осталось яйцо. Гигантское. Гигантское яйцо, которое надо сделать. Но, подождет пока ваше яйцо. Так, что у нас по улучшениям? Ласт и зарядка. Имеет смысл? Пуф. Так, костюм краб 2, мореход 3. Мореход 2. Так, что у нас сейчас... А, вот, пожалуйста. Вот, отпарковал мореход, называется, блин. Балбес. На место. Мореходик, иди домой. Извините, ребята. Придется вам пока тут побыть еще немножко. Без, так сказать, без бати. Или без мамы. Ну... Так, здесь у нас что? Ага. Это у нас... Понятно, а здесь... То пока нет, это пока нет. Так. Заморгал, заморгал. Блин, энергия у него уходит. Жоп, сучка. Так, ну здесь пока только один. 150 метров. Жесть. 150 метров. С ума сойти. Это вообще ни о чем. Стоп, не туда. Планировка, конечно, да. Убийственная. Так, смотрите. Значит, что у нас есть? У нас есть модуль второй для морехода, и модуль второй, а, это для краба, и модуль третий для морехода. А, подожди, так второй у нас, подожди, так, стоять, что-то я запутался. Какой у нас сейчас модуль морехода стоит? Второй, все, блин, так, значит, третий. Один пластальный слиток, три никелевые руды. Три, раз, два, пять, два кианита. Благо он у нас есть. Благо немножко притаранили в свое время из далеких-далеких глубин. Кстати, да. Тут тоже надо будет поставить сканбазу. Так, и пласталевый слиток. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик куда-то там. Да, то есть сейчас по факту нужно сделать еще две сканбазы. Одну там, где мы нашли много-много магнетита, и другую там, где мы нашли самого большого местного левиафана, похожего на гигантскую мокрицу. Которая вообще не производит впечатления, будем откровенны. Но сволочь такая кидается только в путь. В смысле, я что, никелевую не взял? Ой, тьфу ты. Не литиевая. Раз, два, три. Бамс. Отлично. То есть сейчас с этим улучшением готово. Мореход, точнее змейка, у нас максимально укомплектована всякими гадостями. Ой, не с той стороны подошел. Бывает, бывает. Точнее, она вообще ничем не укомплектована. 1000 метров. Ну ладно, неплохо. Хотя, конечно, полная лажа на самом-то деле. Ладно, пофиг. Так, это есть. Дальше. Теперь топотушка. Топотушка, топ-топ-топ. Сбить животное, укроп. Так, что у нас тут? Модуль глубины первого уровня. Блин, ну на старте 400. Нет, главное, вот игру самое смешное, да, в первой части было четко. Был мотылек, который как бы был стартовым вариантом. Потом был краб, который был с циклопом в комплекте. То есть краб, он шел именно с циклопом. Чтобы они оба ныряли на примерно одинаковую глубину, насколько я помню. Ну там, плюс-минус, как говорится, так. А, модуль погружения морехода. Вот, краб. Один кианит, две никелиевые руды. Так, у нас кианит так скоро кончится. Это плохо. И насколько краб ныряет теперь? У него сейчас 400. Было, по-моему, 900, если я ничего не путаю. А сейчас сколько будет? 1500? Бам. 1100? Где? Ну ладно. Может, я уж что-то путаю, что-то забывать начал. Так, ладно, с улучшениями разобрались. Ласты, зарядка. А на мне сейчас что? Ласты. Вертикально увеличивает скорость плана приблизительно 15%. А, то есть у меня не какие-то сверхэластичные ласты, у меня просто ласты. Ага. Беспроводную. Так, комплект проводов и полианилин. Ну, почему бы и нет? Так, комплект проводов — это еще 2 серебра. Серебра у нас, кстати, уже и нету. Зашибись, блин. Серебро уже кончилось.
Ну, скоро, значит, займемся любимым занятием. И полианилин. Полуанилин. Золото и соляная кислота. А, ну вот, собственно говоря, да. Одна соль и три анимона. Долбаные насекомые. Откуда вы только беретесь, блин? Три же, да? Вот сюда три. Хм. По анимации чем-то напоминают эти грибы из первой части. Да и выглядит похоже. Да ладно, уже. Сойдет. Нет, уж давайте доделаем. И соль. 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 Вот и выросла и соль. Так, ну то у нас как бы... Да, вот смотрите, да, как просадили. Блин, ну это обалдеть, просто энергия улетает. Мое почтение, блин. Так, значит, полианилин. Бомб. Золото. Золото здесь, насколько я помню. Вот теперь полианилин. Теперь снимаем ласты. И делаем ласты зарядку. Ну, учитывая, я говорю, что это, по сути, улучшенные обычные ласты, то норм, на самом-то деле. Я что-то думал, что у меня какие-то эластичные, но нет, это, по сути. А, смотри-ка-то, нет. Скорость не добавляет, но, по крайней мере, здесь не прописано, что скорость добавляется. Но это не очень хорошо, конечно, да, согласен. Так, укрепленный костюм, ласты зарядка. Ну, стой, теперь, кстати, можно уже не беспокоиться по поводу этих... по потере электроэнергии, по крайней мере, всякие... Наш морской глайдер теперь, по сути, становится бесконечно работающим. Если кто вдруг не в курсе. Есть. Так, ну ладно, будильник свой к вас сказал. Значит, в следующей серии, что в следующей серии? Наверное, в следующей серии мы займемся созданием вот этой штуки. Вот. Вот, нет, а где же эта штука? Кто-нибудь помнит, где эта штука находится? Ну, вот эта самая, ну, вон та, ну как ее, ну... Ну, которая нужна была... Пингвинокрыл, вот что надо сделать, точно, все время забываю. Пингвинокрыл надо сделать. Налобный фонарь идет лесом, ионная батарея, смешно. А, вот, узел параллельной обработки. Вообще ни о чем. Ну ладно, тогда я сейчас вне записи за серебром сплаваю. Вообще надо посмотреть, что у нас. Да, нужно серебро. Вот за ним сейчас сгоняем, соберем. Ну и потом, соответственно, продолжим уже с чуть более интересного процесса. А пока перекурчик.